Во всем мире сегодня отмечают День медицинской сестры. Вместе с докторами они в этом году оказались на передовой борьбы с инфекцией. И многие поздравления принимают почти в боевых условиях. Активисты ОНФ сегодня привезли цветы в центр реабилитации. Их вручили тем, кто встречает праздник на работе. В Новгородском центре медицинской реабилитации трудятся около полусотни представителей среднего медицинского персонала. В учреждении хорошо развита система наставничества. Регулярно сюда за знаниями и опытом приходят молодые медсестры и медбратья. При этом по нескольку десятков лет на страже здоровья пациентов профессионалы, преданные своему делу. Никогда не было ни усталости, все трудности преодолевали. Все время работали и не на одной работе, и с одной смены бежали на другую, и работали в разных местах, и в разных учреждениях, и практически с самых низов, и выше, выше, выше. И мечта с детства. Это вот со школьной скамьи все время хотелось кому-то помочь, вылечить. На скромное торжество в актовый зал центра пришли только те, кто сегодня на посту. Этот праздник и так обычно отмечается скромнее Дня медработника, а с учетом действующих ограничительных мер, в этом году массового мероприятия руководство центра решили не устраивать. Однако на празднике не обошлось без гостей. Медсестер пришли поздравить представителей Общероссийского народного фронта. Мы не в меньшей степени, если не в большей, понимаем, что все то, что назначил врач, все то, как будет проходить наше лечение, зависит непосредственно от вас. И именно на вас мы смотрим, как на небожителей, на вас мы смотрим, молясь и прося вас о помощи, когда это действительно необходимо. Международный день медицинской сестры отмечается 12 мая не случайно. В этот день, в 1820 году, родилась Флоренс Найтингейл, основоположница современного сестринского дела. Во время Крымской войны она работала в английском лазарете и полевом госпитале. После Найтингейл открыла на родине первую специализированную школу по обучению медицинских сестер. По случаю 200-летней годовщины со дня рождения Флоренс Найтингейл Всемирная организация здравоохранения объявила 2020 год Международным годом работников сестринских и акушерских служб.